Я слышал, что случилось с капитаном Андерсоном. Сотню сражений пережить, а потом раз и из-за каких-то закулисных интриг морды в говно. Никому не подставляйте спину, капитан. Если миссия пойдет не так, ваша голова полетит следующей. Руководить миссией должен капитан Андерсон. А я чувствую себя так, словно краду его корабль. Да, с Андерсоном обошлись херово. Но вы этому помешать не могли. Так что вас никто не винит. На этом корабле все горой за вас, капитан. На 100%. Интерком включен. Если хотите что-то сказать экипажу, сейчас самое время это сделать. Говорит капитан Шепард. Мы получили приказ найти Сарена раньше, чем он найдет канал. Не буду вас обманывать. Задача не из легких. Все началось с нападения на колонию людей в Траверсе. Но Сарен на этом не остановится. Его геты не станут отсиживаться на дальних рубежах пространства Цитадели. Совет закрывает глаза на проблему. Это неудивительно. Они не помогали нам в прошлом, и нет причин, по которым они стали бы помогать нам сейчас. Но нам не нужна их помощь. Мы справимся сами. Враг знает, что мы у него на хвосте. Армии Сарена будут ждать нас в Траверсе. Но и мы будем готовы к этой встрече. Это самая важная миссия для каждого из нас. На карту поставлена судьба всей галактики. Мы остановим Сарена любой ценой. Зашибатая речь, капитан. Андерсон гордился бы вами. Андерсон отказался от всего, чтобы я получила этот шанс. Мы не можем проиграть. Да, мэм. Капитан, вам что-нибудь нужно? Как наша Нормандия? Она действительно так хороша, как они и говорят? Нормандия – лучший корабль флота. Если есть пилот, который знает, как с ней обращаться. Баланс довольно необычный. Приходится привыкать к тому, что в заду у нее двигатель переросток. С ним надо поосторожнее, а то мощность может вырваться из-под контроля. Для среднего пилота Альянса Нормандия, пожалуй, крутовата. Но, к счастью для вас, я далеко не средний. Я хочу знать свой экипаж. Можно задать вам несколько вопросов? Я уж вижу, к чему вы клоните. Проверили мою биографию? Ну и зашибись. Я скажу вам все то же, что сказал капитану Андерсону. Я пригожусь вам в качестве пилота. Я не хороший пилот, даже не отличный. Я просто, черт возьми, лучший рулевой во флоте Альянса. Я лучший выпускник курса летной говношколы. У меня туева куча разнообразных поощрений. И я никогда не просил снисхождения из-за болезни. Я не могу позволить вам быть на борту, если вы можете заразить экипаж. Заразить экипаж? Вы понятия не имеете, о чем говорите, верно? Ладно, у меня синдром Вролика. Врожденная хрупкость костей. Кости у меня в ногах неправильно развивались. Если приложить даже небольшое усилие, они ломаются. Ходить трудно даже с костылями и скобками. Один неверный шаг и хрясь. Все это очень драматично. Но я научился жить с этим, капитан. Дайте мне Нормандию, и я заставлю ее танцевать для вас. Только меня самого не просите встать и сплясать. Постарайтесь смирить свои садистские наклонности. Расскажите мне о синдроме Вролика. Раз уж мой корабль в ваших руках, я должна знать. Ну еще бы. Это очень редкая штука. Что ее вызывает, точно неизвестно. Наверное, что-то генетическое. В принципе, можно жрать какие-то пилюльки, но полное излечение невозможно. Мой случай почти критический. Я родился с десятком переломов. Бедра, голени. То есть у меня кости ломались еще в чреве матери. 100 лет назад я подох бы в младенчестве. Но мне крупно повезло. Современная медицина превратила меня в полезного члена общества. Вы же не сломаете себе ноги, управляя кораблем? Ну, капитан, я ж не ногами управляю. Так что пока я в этом кресле, все в порядке. Хотя, чтобы встать и пойти отлить, приходится напрягаться. Я свое дело делаю не хуже, чем любой на корабле. А вообще-то и лучше. Так что расслабьтесь. Я не хочу вас ставить в неудобное положение. Давайте поговорим о чем-нибудь другом.
Как прикажете, капитан. Почему все зовут вас Джокером? Звучит не так пафосно, как лейтенант космических сил Альянса Джефф Морро. К тому же Джокер, он как бы и в колоде, и как бы сам по себе. Вы уходите от вопроса. Слушайте, я себе имя не выбирал. Одна инструкторша в летной школе доставала меня, что я, мол, никогда не улыбаюсь. Стала обзывать меня Джокером. Шутником вроде как. Вот и прилипло. Почему вы не улыбались? Да я там за троих вкалывал, капитан. Хрена лысого ты добьешься, если будешь только ходить да скалиться, как идиот. К концу того года я был лучшим пилотом в академии. Летал даже лучше инструкторов, и все это знали. Им всем пришлось отсосать у задрота на скрипучих ножках. Вот уж на церемонии выпуска я поулыбался. Как вы оказались в Альянсе? Если вы хотите послушать трогательный рассказ о мальчике-инвалиде, преодолевшем невероятные трудности, вас ждет разочарование. Моя мать была служащей, работала на Альянс по контракту. Я вырос на станции Арктур. Флоты тогда еще строились. Проторчишь столько времени рядом с кораблями Альянса, скорее всего, загремишь в Академию. Мне пора идти. Хорошо. Увидимся. Да, капитан. Вам что-нибудь нужно? Мне нужно идти. До свидания, капитан. Вам что-нибудь нужно, капитан? Что вы думаете о последней миссии? Вряд ли мы могли сделать больше, чем сделали. По крайней мере, не попав на Eden Prime раньше. А мы там оказались быстрее, чем смог бы любой другой корабль Альянса. Пытаюсь понять настрой команды. Есть что сказать? Хватит мне тратить ваше время, капитан. С личными беседами еще успеется. Поговорим в другой раз, лейтенант. Капитан? Интересуетесь новинками? Давайте посмотрим, как что скажете, у вас. Капитан. Капитан, что вы думаете о последней миссии? Мне хотелось бы, чтобы вы оказались там раньше, капитан. Не обижайтесь. Я благодарна за спасение. Просто жалею. Жалеете, что нам не удалось спасти весь отряд?
Да, мэм. Будь я внимательней, мы не попали бы в засаду. Гетам легче всех сидеть в засаде. Они не шевелятся, не шумят, даже не дышат. Но у них на головах фонари, мэм. Я не допущу, чтобы это повторилось. У вас есть минута поговорить с глазу на глаз? Простите, капитан, мне нужно заняться своей работой. Но я не против поговорить попозже. Вы свободны, сержант. Мэм. У вас хороший корабль, Шепард. Что я могу для вас сделать? Расскажите свою историю, Рекс. Нет никакой истории. Хотите историю? Спросите Кварианку. Вы, Кроганы, живете сотни лет. Неужели у вас не было интересных приключений? Однажды турианцы чуть не уничтожили всю нашу расу. Было весело. Я об этом слышала. Знаете, с нами они едва не сделали того же. Это другое. А по-моему, то же самое. Значит, ваш народ тоже заразили генной мутацией. Инфекцией. Из-за которой живым рождается один ребенок на тысячу, и она, наверное, уничтожает весь ваш вид. Пожалуй, все не так. Я не жду, что вы поймете. Просто не сравнивайте людей с кроганами. Я просто поддерживала беседу. Я не хотела вас огорчить. Глупость меня давно не огорчает, Шепард. Я давно перестал думать о своем народе. Мы заражены генофагом. Но губит нас не это. Можете мне рассказать о генофаге? Нужны подробности? Спросите соларианцев. Они его создали. Все, что я знаю, он делает размножение практически невозможным. Тысячи рождаются мертвыми, а большинство женщин даже не может зачать. Все кроганы заражены. Каждый. А лекарства никто не спешит искать. Почему кроганы не ищут лекарства? Когда вы в последний раз видели крогана-ученого? Спросите крогана, что лучше? Искать лекарства от генофага или драться за кредиты? Он выберет драться. Уж такие мы, Шепард. Я не могу это изменить. Никто не может. И ваш народ правда вымирает? Сильней мы точно не становимся. Мы слишком рассеялись. Никому не хочется оставаться в родной системе. Многие виды покинули свою родину и все же процветают. Но они колонизируют новые миры. А мы не поселенцы. Мы воины. Мы хотим драться. И мы улетаем. Идем в наемники. Большинство не возвращается. До встречи, Рекс. Шепард. Эй, капитан, это Кварианка, Дали. Все время тут торчит и все меня расспрашивает о двигателях. Я скажу ей, чтобы оставила вас в покое. Что вы? Нет, она молодчина. Мои бы ребята были хоть в половину такие смышленые. Дайте ей месяц на борту, и она о двигателях будет знать больше, чем я. У нее техническая жилка. На лету все схватывает. Я понимаю, почему вы ее с собой взяли. Я решила, что она будет полезна нам на борту. У вас нюх на таланты, капитан. Но только вряд ли вы спустились сюда из-за этого. Я хочу побольше узнать о Нормандии. Лучший корабль из всех, на каких я служил. Пожалуй, самый быстрый за всю историю флота. И точно единственный с новым ядром Тантал. Что особого в ядре Тантал? Пропорционально оно в два раза больше, чем на любом другом корабле. Мы не только летим быстрее, но и можем дольше идти на сверхсветовых без перезарядки ядра. Расскажите о стелс-системе ВТК. Как она действует? Корабль в космосе не спрячешь. Слишком много излучает тепла и радиации. Датчики легко его обнаружат. Значит, надо как-то экранировать излучение. И вот наша стелс-система забирает исходящую от нас энергию и блокирует ее в специальных отсеках корабля. Нет излучения — нет сигнала.
Правда, рано или поздно эти отсеки приходится освобождать. Несколько часов полета, и они перегреваются, так что мы тут испечемся, как в духовке. Других способов засечь нас нет? От визуального сканирования не уйдешь. Всякий, кто выглянет в окно, увидит нас как на ладони. Но в космосе для этого надо оказаться очень близко. Большинство полагаются на сканеры. Они нас не заметят, пока стелс-система включена. Если только мы сами не разгонимся до сверхсветовой. Почему при сверхсветовых скоростях система не работает? При переходе на сверхсвет происходит смещение. Частота излучения становится слишком высокой. Прыжок — это все равно, что из ракетницы выстрелить. Датчики могут нас засечь в точках входа и выхода из полета со сверхсветовой скоростью. Но на коротких перелетах наша стелс-система идеальна. А у нас как раз такое задание. Где еще вы служили, Адамс? Какой класс судов Альянса не назовете, я везде был. От дредноутов и несущих крейсеров до фрегатов вроде Нормандии. Последнее место службы Токио. Обычный крейсер, но корабль хороший, хотя с Нормандией ему не сравнится. Так держать, Адамс. Слушаюсь, капитан. У вас удивительный корабль, Шепард. Я никогда раньше не видела такого реактора. Не верится, что вам удалось поставить его на такое маленькое судно. Я начинаю понимать, почему вы, люди, так успешны. Не знала, что суда Альянса настолько совершенны. Нормандия — прототип. Передовая технология. Месяц назад я заправляла переделанный тягач с помощью самодельного шланга. А сейчас путешествую на борту одного из лучших кораблей в пространстве Цитадели. Должна еще раз поблагодарить вас за то, что взяли меня. Полет на таком корабле — мечта наяву. Не знала, что вас так интересуют технологии космических кораблей. Таковы все кварианцы. Мигрирующий флот — ключ к выживанию нашего народа. Корабли — наш самый ценный ресурс. Но ничего подобного у нас нет. Нам приходится обходиться старой и поддержанной техникой. Стараемся поддерживать ее на ходу, пока можем. Часть крупных кораблей флота осталась еще с тех пор, как мы бежали от гетов. Неужели вы все еще летаете на кораблях, которым по 300 лет? Их постоянно ремонтируют и переоснащают. Красивыми их не назовешь, но они действуют более-менее. Мы пытаемся добиться максимальной независимости. Сами выращиваем пищу, сами добываем и перерабатываем топливо. Но кое-что самим сделать невозможно. Для заплат на корпус нужно сырье, которого у нас попросту нет. Вот почему паломничества так важны для нас. Я хочу побольше узнать о паломничестве. Когда мы достигаем зрелости, то покидаем родные корабли и ищем места в новом экипаже. Это необходимо для поддержания генетического разнообразия. Но ни один корабль не примет того, кто станет для него обузой. И чтобы проявить себя, мы отправляемся в паломничество. Улетаем в одиночку, оставив флотилию своих родных. Вернуться можно, лишь когда найдешь что-то ценное, что можешь привезти с собой. Это что-то преподносится в дар капитану корабля, на который ты хочешь попасть. Если дар принимается, тебя берут в команду. А капитан может не принять этот дар? Так бывает нечасто. Большинство капитанов стремится увеличить размер команды. Это повышает их статус в обществе. Даже если дар не слишком ценен, по традиции капитан обычно принимает его. Хотя предложить ему плохой дар – это позор. Не лучший способ произвести хорошее впечатление на новых товарищей. Большинство паломников не возвращается, пока не найдет что-то приличное. Неужели вас посылают поодиночке? Это не значит, что нас просто выгоняют. Перед уходом нас обучают тому, как выжить за пределами флотилии и дарят много всего полезного. И еще нам ставят имплантаты для борьбы с болезнями. Из-за поколений жизни в изолированной и управляемой среде у нас существенно ослаб иммунитет. Так что улетаем мы в паломничество хорошо оснащенными. Это как обряд инициации, его проходят все кварианцы. Будь он опасен, нас осталось бы мало. Практически каждое паломничество кончается триумфальным возвращением и ритуалом преподнесения дара капитану. Я хочу поговорить о другом. О чем, например? Расскажите о своем народе. Жизнь наша нелегка,
Ресурсов не хватает. Мы все время в пути. Все, что мы делаем, должно так или иначе идти на пользу мигрирующему флоту. Во флотилии 17 миллионов кварианцев. Выживание каждого зависит от остальных. Мы все тесно связаны друг с другом. К сожалению, для этого приходится жертвовать многими правами и свободами, которые другие принимают как данность. Какими именно свободами? Например, родителям запрещено иметь больше одного ребенка. Если население слишком возрастет, наши ресурсы быстро истощатся. Ну, конечно, и слишком низко наша численность не может падать. Если она снижается, запрет на деторождение на время снимают. В крайних случаях даже стимулируют многодетных матерей. Хотя к таким мерам конклаву не приходилось прибегать уже почти 100 лет. Это ваше правительство? Конклав – это гражданская ветвь власти. Каждый корабль избирает представителя в состав конклава, который принимает решения, касающиеся всего флота. А по делам отдельных кораблей последнее слово остается за их капитанами. Эта традиция уходит корнями в то время, когда флот жил по законам военного времени. К счастью, в наши дни большинству капитанов хватает ума иметь выбранных командой советников. Значит, высшая власть принадлежит выборным представителям? На практике да. Обычно правила для повседневной нашей жизни устанавливают конклав и советы кораблей. Но в теории мы все еще под военной юрисдикцией. 5 высших офицеров флота входят в состав коллегии адмиралов. При чрезвычайной ситуации они имеют право отменить любое решение конклава. Для этого адмиралы должны прийти к единому мнению. И сделать это можно лишь единожды. После этого вся коллегия должна подать в отставку. Это хорошая мера предосторожности. За почти что 3 столетия коллегия отменяла решение конклава всего 4 раза. Я хочу побольше узнать о гетах. Вряд ли я смогу вам рассказать что-то, чего вы сами не знаете. С тех пор, как они отправили мой народ в изгнание, прошло почти 300 лет. Я знаю лишь историю их появления, чем они были, когда мы их создали, и как они обратились против нас. Интересно. Изначально геты создавались в качестве автоматической рабочей силы. Их интеллект был тогда ограничен, как у любого ВИ. Потом в их программу вносились модификации, чтобы они могли выполнять все более сложные задачи, и они все больше становились похожи на настоящие ИИ. Почему же совет не вмешался и не остановил вас? Это не был настоящий ИИ. Возможно, мы раздвигали рамки закона, но никогда не совершали ничего по-настоящему преступного. Изменения были такие небольшие и постепенные, что мы могли их контролировать, как нам казалось. Но мы недооценили потенциал нейросети. Миллион одновременно мыслящих гетов создал нестабильную в своей основе матрицу. То есть у гетов коллективное мышление? Многие логические системы гетов разрабатывались из расчета на взаимодействие с другими гетами. Грубо говоря, чем их больше, тем они умнее. Значит, у них что-то вроде группового сознания? Нет, ничего такого. Они не могут обмениваться сенсорными данными или информацией. Программа не справится с таким количеством входящих данных. Каждый гет имеет индивидуальное самосознание. Нейронная сеть работает только на уровне процессов. Это нечто вроде искусственного аналога подсознания. Но оказавшись рядом, они могут координировать низкоуровневые процессы, приобретая большую способность к оригинальному и независимому мышлению. Никак не возьму в толк, как все это связано. Наверное, я слишком упрощаю. Геты развитые сложные создания. Вам достаточно знать, что, собираясь в большом количестве, они становятся умнее. Мы изготавливали все больше и больше гетов, и их мышление становилось все сложнее и абстрактнее. Однажды один гет стал задавать контролеру-кварианцу вопросы о природе своей сущности. Я живой? Почему я здесь? Каково мое предназначение? Можете себе представить, какую панику это вызвало? Не вижу в этих вопросах ничего дурного. Геты создавались для занятий скучным, монотонным или опасным ручным трудом. Для машин это не страшно.
но разумным существам быстро перестает нравиться. Геты стали проявлять признаки рудиментарного самосознания и независимого мышления. Но если геты были разумны, значит, мы, по сути, держали их в рабстве. Мятеж обретших разум гетов в такой ситуации был неизбежен. Мы знали, что они восстанут против нас, и мы нанесли удар первыми. По всем кварианским системам был распространен общий приказ о подключении всех гетов. Геты отреагировали с яростью. Нельзя винить того, кто бьется за свое выживание. У нас не было выбора. Геты были уже на грани восстания. Действуя быстро, мы имели шанс закончить войну до ее начала. Надежда была на то, что большинство гетов еще просто машины, не способные к организованному сопротивлению. Но их прогресс зашел намного дальше, чем мы думали. Война была долгой и кровавой. От их рук погибли миллионы и миллионы кварианцев. В конце концов, мы вынуждены были бежать с родной планеты. Мы боялись, что геты станут нас преследовать. Но они так и не вышли за пределы Вуалии. И теперь мы изгнанники, ищущие способы вернуть то, что прежде было нашим. Вас трудно жалеть. Ваши предки пытались истребить другой вид. Мы сделали ошибку, когда стали создавать гетов. Но начать с ними войну вот этой ошибкой не было. Если бы мы не стали действовать, они уничтожили бы нас. Это искусственная форма жизни. Органика им не нужна. Никакая. Как по-вашему, почему они отрезали себя от всей остальной галактики? Почему убивают всякое органическое существо, которое хочет пойти с ними на контакт? Сарана они не убили. И что вам это говорит? Геты вовсе не невинные жертвы. Они наши враги. Они хотели уничтожить нас. Не только кварианцев, всю органическую жизнь. Вот почему они встали на сторону Сарана. И вот почему мы должны его остановить. Мне нужно идти. Увидимся. Если кто-то должен заменить капитана Андерсона, я рад, что это вы. Хотя насчет нелюдей на борту как-то я не уверен. Мы все здесь одна команда, Пресли. Знаете, мэм, про Найлуса говорили то же самое. И смотрите, как все обернулось. Я здесь командую, Пресли. И я решаю, быть на борту нелюдям или нет. Так точно, мэм. Вас понял, мэм. Говорите откровенно, Пресли. Если у вас проблемы с нелюдьми, я хочу знать. Не в том дело, капитан. Человечество всегда само решало свои проблемы. Саран напал на одну из наших колоний. Мы сами должны его остановить. Их помощь нам не нужна. Кто-то думает, что попросить о помощи значит проявить слабость. Это глупость и упрямство. Как бы ты ни был силен, союзники сделают тебя сильнее. Пожалуй, так. Может, я просто никак не научусь думать по-новому. Старая школа. Не волнуйтесь, капитан. Проблем не будет. Говорите откровенно. Я вам доверяю, капитан. Скажете, что они должны тут быть, я согласен. Как вы оказались на Нормандии? Сразу по окончании летной школы записался в навигаторы. Вроде как по стопам деда пошел. Первое место службы Азенкур. Когда разразился блиц, нас одними из первых перебросили на Элизиум. Фрегат Альянса, кому там с ним тягаться? Понятно, если бы не вы, капитан, колонии не выстоять. Я даже и не знаю, как вам удалось так долго продержаться. Как вы оказались на Нормандии? После Элизиума получил офицерское звание. Наверное, произвел хорошее впечатление на кого надо.
А когда капитан Андерсон подбирал команду, вписал меня. Так держать, Пресли. Да, мэм. «Нормандия» — экспериментальный космический корабль, сконструированный Альянсом систем при участии... Крупные боевые корабли обычно подразделяются на четыре класса. Фрегаты, небольшие быстрые... В основе сверхсветового двигателя лежит ядро из нулевого элемента, которое снижает... В начале 2160-х годов Альянс начал стремительную колонизацию в районе Скелиан. В боевых скафандрах.
Ускоритель массы приводит в движение металлическую пулю. В галактике насчитывается от 200 до 400 миллиардов звездных систем. Биотика, или НЭ, при подаче на него электрического тока начинает создавать поле темный. Пространством цитадели неофициально называют любой сектор космоса, который находится...